Друзья, приветствую всех на своем канале Есть Поесть. И сегодня пеку вкусные, ароматные, нежные яблочные блинчики. В качестве основы беру яблочное пюре «Неженка», которое заготавливаю на зиму. Ссылку оставлю под видео. Но можно также взять любое магазинное яблочное пюре или приготовить его из свежих яблок непосредственно перед выпечкой блинов. Для этого их просто нужно довести до готовности и превратить в пюре при помощи погружного блендера. Список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием к видео. К яйцам добавляю сахар. Количество сахара берите в зависимости от того, насколько кислые у вас яблоки. Сюда же кладу соль, ванильный сахар и немного корицы. Взбалтываю до легкой пены. Посмотрите, какое густое у меня яблочное пюре. Поэтому количество муки корректируйте, ориентируясь на густоту пюре. Выкладываю в миску, доливаю половину порции молока. Размешаю до однородности. После этого высыпаю муку и немного разрыхлителя. Размешиваю до исчезновения комочков, доливаю оставшееся молоко и растопленное сливочное масло. Еще раз размешиваю и даю тесту постоять минут 10-15. Сковороду смазываю растительным маслом и хорошо ее разогреваю. Равномерно распределяю тесто. Количество теста зависит от толщины блинчика, которую вы хотите получить. Выпекаю сначала с одной стороны, затем переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны. Таким образом выпекаю все блинчики. Отмечу, что при необходимости смазывайте сковороду перед каждым блинчиком. Ориентируйтесь по своей сковороде. Ну вот, блинчики готовы. Из данного количества у меня получается 12 штук диаметром 21 сантиметр. Посмотрите, какие они нежные и эластичные. Их даже можно фаршировать. А толщину, как я уже говорила, регулируйте сами. Я обычно делаю такой средней толщины, не очень тонкие. Подавать их можно со сметаной, с вареньем, со сгущенным молоком. Да и просто, без ничего они очень вкусны. Я обычно подаю с тем же яблочным пюре «Неженка». Обязательно приготовьте и попробуйте эти ароматные блинчики. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. И кстати, на моем канале вы можете найти различные варианты рецептов блинчиков. Например, блинчики с ореховым соусом, тыквенные блинчики, морковные, капустные, а также необычные рецепты с блинами. Например, блинный мясной пирог, блинное тирамису, блинные трубочки с яблоками, запеченные под белками, и многие другие. Все это вы найдете в плейлисте с рецептами блинов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.